Но перед началом данного видеоролика я хотел бы вам порекомендовать мой телеграм-канал, которым будут разыгрываться для вас алмазы, ребят, да. Когда в моем телеграм-канале будет 500 подписчиков, я разыграю для вас алмазы. Так что переходим по ссылочке в описании в мой телеграм-канал и подписываемся. Ну а теперь смотрим видосик. Но перед началом данного видеоролика я хотел бы вас попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на мой канал, и обязательно включили колокольчик. Моменты взяты со стрима Азама, ссылка на него будет в описании. Если хотели посмотреть еще какие-нибудь моменты, то ссылка на Азама будет в описании, приходите, смотрите. Ну а теперь смотрим видео. Один бой сделаем, все равно интересно же, все равно контент, пацаны. Просто так принять тоже, ну зачем, давай пусть покажет Изнаур, готов ли он в черноту или нет. Пусть покажет себя. Может он еще не готов, посмотрим. Если знал руче хорошо. Где распался? Ну нету больше пайнгейминга, как я знаю. Пайнгейминга нету. Этот. Легенда, заходи, братан. Легенда, заходи. Легенда, заходи. Пусть у него, пусть с них поиграет легенда. Смысл не готов, ахаха. Ну пусть играет, бля, акул, это контент я делаю, бля. Мне, бля, просто так принять, зачем человека, когда можно его посмотреть, как он играет, и на стриме сделать, и плюс ему контент, и плюс ко мне контент. Не тупи, акул, как ты первый раз ты на ютубе? Я же это для контента делаю. Я, блин, мог бы его просто так взять. Я знаю, что он хорошо играет. Бля, нахер ты, бля, как будто впервые на ютубе же находишься. Давай, это, дестрови. Тащи дестрови. Тащи дестройер, понимаю. Давай, давай, дестройер. В тот раз уж 2-0 проигрывал, выиграл. Дед Решер? Нет, это из Наура это. Это из Наура. Очень хорошо играет. Если соберется, дестройер. Если дестройфик соберется, то он его выиграет. Если дистрофик соберется, то он его выиграет. Да, это из Наура. Чего? Не знаю, пацаны, не знаю. Он прям как трэшер играет. Мне кажется, он лучше трэшера играет. Как по мне, он лучше играет, кажется, трэшера. Дестрой может его выиграть, если захочет. Не знаю, тупит дестрой. Вообще, он всегда плохо играет, потом начинает хорошо играть. Что за такую игру? Сначала в Адана не играл. Сори за такую игру, я сначала Рамазана не играл. С Изнауром ДС зашли видос. Не мать не улетит, это как? Чату спасибо. Спасибо, Морфи. Я не понимаю, как не улетит, как так летит, это как? Он, чтобы он не выстрелил все в голову, это что за бред? Кто такой Изнаур? Трэшера, братишка. Я не понимаю, а как у него так летит, блин, невероятно жестко. Я не понимаю, как у него так летит жестко. Почему у него так жестко летит? Да нет, 5-0, мне кажется, будет. Хорош! Красиво. Блин, этот, как его... Аколок, ты чё, экстрасекс? Пацаны, чат, Аколок экстрасенс? Аколок, ты экстрасенс? В битве экстрасексов, что ли, был? Я не понимаю, Аколок, ты в битве экстрасексов был? Аколок в битве экстрасексов был? Бля, Аколок, ты экстрасекс, блин. А, Изнаур тоже гранату кинул. Все, понял. Он случайно его кинул. Понял, играй. Я понял, играем. Ты дал! Бля, дистрофик дал он, бля, тоже. А че, дистрофик тоже дал он. У дистрофика первый шлем. Дал он, дистрофик, нельзя, блядь, гранат кидать.
Что-то слишком слабую игру показал Destroyer. Чисто вообще слабую игру показал. До этого хорошо сыграл. Ну, возможно, и нужно лучше. Да, но это пипец, блин. Это пиздец, блин. Слишком жестко играет. Некие хочу поставить. Я такое ощущение, как будто из Наур говорю, как будто Дисток специально так проигрывает, бля, отвечаю. А че, такое ощущение, как будто он специально ему так поиграл, я не знаю, хз. Некие нету, некие. Нету некие. Дайте им серу поставим. Да зачем ставить, блин, он уже нету больше покажетиков. Пусть заходит в гильдию. Смысл сейчас, блядь, сидеть, блядь, время тратить. Пусть заходит. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, текст удачи и всем пока-пока.